Женечка! Ну что, Жека, что? Я больше так не могу, мы уже тут неделю сидим, я есть хочу! Я сейчас подохну, я тоже пить хочу, весь организм просто высох! Посмотри, в сундуке есть там что-то? Нет, вроде ничего нет. И что делать? Свечку нашел, свечку нашел, смотри. Да в жопу твою свечку засунь, я пить хочу. Ты слышишь? Дверь открылась? Опа. Это ведьма! Это ведьма! Прячься! Я не знаю, что делать. Выпустите нас, пожалуйста, мы уже тут умираем. Выпустите нас, выпустите! Пожалуйста. Привет, мои подопытные. Ну что, вы уже намучились. Но у меня есть к вам одно предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы будете работать на меня или просидите в этой камере весь остаток своей никчемной жизни. Как вам предложение? Будете работать на меня или нет? Федечка, я не хочу. Я тоже не хочу работать. Но Жека, если мы не будем на нее работать, мы тут до конца жизни просидим. Мы неделю не жрали уже, Жека. Что будем делать? Я не знаю, Ведечка, что... Мне кажется, у нас нет другого выхода. И работать не на ведь... А может, мы будем работать, потом как-то убежим от нее? Я не знаю, я не знаю. У него там какое-нибудь зелье попросим там? Да. Ну, у нас... Мы согласны, да, мы согласны. У нас выбора нету, мы согласны, ведьма, да. Я так и знала, молодцы. Но если вы попытаетесь от меня убежать, то вам кранты, и вы никогда больше не увидите белый свет и не станете тем более большими. Ну что ж, первое задание. Зайдите в домик, где живут дети, и замените все подарки на динамит, а потом взорвите их. Эдичка, мы же только что подарили детям подарки, как я не хочу их убивать. Бедные детишки, ну, Жека, у нас есть выбор, нас заставляет вот эта тварь, извините, я не знаю, что делать. Извините, он не хотел. Не хотел, и что делать, Жека? Подожди, а может дети, они умные, они не станут открывать подарки, и они не взорвутся? Ну, надеемся то, что дети умные, но все же нужно выполнить задание, а там уже посмотрим, как будет. Пошли. Ладно, пропустите, пошли, Жека, пошли. Пойдем. Быстрее, Эдичка, побежали. Смотри, Анжела, Иннокентий. Анжела, офигеть. Я соскучился. Жека, ты представляешь, они тут неделю сидели и нас ждали. Офигеть, давай валим отсюда. А кого валим. Они жрали? В смысле, они ждали, они жрали? А жрали кого они? Не знаю, травичку, наверное. Пошли, мне не важно. Так, ну хорошо. А подожди, ты знаешь вообще куда идти? Знаешь, где домик какой-то? Ой, точно. Она сказала домик, где есть дети, да? Где живут дети, то есть там не обязательно дети есть. Ага, типа они там ждут подарков, да, Деда Мороза? Нам нужно заменить, ага. Ну что, Эдичка, давай команду своему Иннокентию. Так, Иннокентий. Кент Иннокентий, давай, ищи. Ну? Кент! Жека, он, походу, за неделю уже отморозил свое чутье, поэтому... Иннокентий! О, потом, Жека, давай! Я бегу, давай! Куда он? Иннокентий! Иннокентий, веди! Здрасте, не обращайте внимания, здрасте! Смотри, да, дети! Мы взорвем всех ваших детей, ха-ха-ха, да, продолжай! Ой, Иннокентий, твою за ногу, дебила, кусок! Ой, дебил! Давай, Иннокентий, веди нас! Твой Иннокентий просто псих какой-то стал за это время. Да, я заметил, куда? Туда. Баба дорогая, подождите, занесло. Не туда, сюда. Во. Ага. Ой, не топчи меня. Тут Иннокентий. Да. Чё он горит? Он горит. О, они опять, смотри, они с Анжелой. Дай его сам их наедине. Так, какой дом? Ой, смотри, когда они как прыгают. Так, Жека, что будем делать? Так, нам нужно в этот домик, правильно? Я не знаю, он сюда настрелил. А ну посмотри, там есть подарки какие-то? Так, в окно посмотри. Ну что-то похожее, да, есть. Подсади, я нифига не вижу. Давай, садись. Ничего, наверное, вот тут. Подожди, а как мы залезем-то? Как всегда? Через какое-нибудь не окно? Не знаю, окно или там камин, что? Через что мы еще? О, смотри, дырка есть в полу. А ну. В полу? В смысле, в полу? Да, я не знаю, куда нас это приведет, но похоже, что в дом. Вот, смотри. А вдруг там крысы живут? Да пофигу. Или крот какой-то. Да
нас уже ведьма тут Дед Морозом вообще уже что с нами делал. Ну да, ну конечно, с ведьма сейчас крышует, чем мы крысу боимся, да? Так, потопали. Давай, пошли. Ой, ты вообще бесстрашный нафиг, так надо спускаться. Потихонечку, Я вот лесочек сокет посела, нет, вот он. Вот, полетели. Так, мы точно в дом еще вылезем или опять в каком-то говяном колодце? Не хочу в говне купаться опять. Так, смотри, я что-то не могу понять, где мы вообще находимся. Сосиски какие-то висят. Смотри, сосисоны. Смотри, овощи. Это что, сок какой-то? Жека, мы неделю не хавали. Открывай бутыль вот этот, так, давай! Так, Катечка, тебе еще нельзя, ты еще маленький. Нельзя? Ну ладно, ладно. А там сок же виноградный. Не-не-не, там не сок. А чё? Это не важно. Главное не пей. Расскажешь потом? Ну ладно, пошли. В смысле, я не знаю, подвал какой-то или чё? Погреб это, что это? Ну-ка, полезли. Куда полезли? Наверх полезли. Ой, давай, смотри, Жек, у меня вообще сил нету, я за неделю устал. Как ты так быстро залазишь? Эдичка, подожди меня! В смысле быстро? Так, тихо, подраки, давай сюда. Так, подраки. Да, я вижу подарки, смотри, Жека. Давай, залезай. Видишь там подарки, вот там. Ой, там. Водичка. Чё ты орёшь? Отравлена водичка, смотри. Смыло. Смотри, вот там подарочек есть. Так, смотри, есть детей сейчас нету. Куда ты меня столкнул? Иди сюда. Смотри, дети сейчас там. Ты видел детей возле елочки? Да, дети там возле елки, да. Давай. А чё она вообще сказала, заменить подарочки на тинти? Да, на динамит. Офигеть. Ладно, надеемся, что дети будут умными. Давай, Жек, пока никого дома нету. Давай. Да. А ты уверен, подожди, ты хочешь убивать детей? Я не хочу убивать детей, но так ведьма нас убьет. Я вот это точно не хочу. Давай, молодец. Так, тут нету больше подарков? Вот вроде бы там где-то видел, вот тут. Вот, давай. Ой, дети, может мы как-то давай, предупредим? Я ломаю, ты ставь. Давай. Может мы как-то предупредим детишек? Я просто не знаю. Ну, не знаю. А если мы сами вместе с этим TNT бомбанём, давай лучше куда-нибудь спрячемся повыше. Ой, ладно. Так, давай на второй этаж, Жека, там есть что-то? Проверь. Так, а там никого нет вообще, детей? Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас днем никого. Все на работе, на учебе гуляют. Так, никого. Давай, заменяем. Быстро. Быстро. Быстро и чисто. Проклятая ведьма. Грязную работу заставляет делать, а? Так, забирай подарочки. Так, подарочки у меня. Так. Что, вы всё заменили, нет? Я всё. Эдичка, как выбираться-то отсюда? Ой, не знаю. Ну, обратно точно не получится через погреб. Давай найдем опять какую-то дырку или что? Вот, дырку вижу. Дырку? Фига себе. А ну давай. Смотри, уже темно. Темно. Так, дети сейчас будут домой возвращаться. Быстрее уходим отсюда, на листочках, быстрее, куда? Да, я не знаю, нужно повыше забраться, чтобы посмотреть, смог ли дети понять то, что это не подарки, а TNT. Давай сюда, Жека, сюда, на елку. Куда вот я эту. Тебя не вижу, где ты? Вот, я тут, видишь, прыгаю. Вот! Направо, сюда! На елке большой. Да, вот, видишь, я перед тобой. А, ты просто такой темный. Ты чё, дурак, расист? Так, давай. Так. Так, сейчас, как бы нам забраться, Жека? Давай, тут темно, я ничего не вижу. Я тоже нифига не вижу, но давай, надо забираться, давай. Куда? На елку, наверх. Непонятно. Давай, я уже посчитаю. Я ничего не вижу, у меня паника, я боюсь темноты. Да, все нормально будет, ну, надеюсь, что с детьми все нормально будет. Так, да, так. А где ты? Да я наверху уже самом. Ты где, Жека? Давай быстрее. Я стараюсь, Сенечка, я стараюсь. Я вроде забираюсь, и что-то все ничего не получается. Я тебя вижу. Давай. Вот, давай. Наверх, давай, залезай. Да ты просто лезь по листве. А, можно? Да, все нормально будет. Давай. Так, ладно. Давай еще выше. Еще выше? Ну давай. Вот сюда. Ой, все. Ой, ну что, ждем, пока дети вернутся. Да, нужно ждать. Давай. Дети дома, дети уже дома, сейчас будут открывать подарки. Ой. Мы детей убили, Жека. Мне кажется, вряд ли что-то вообще от детей осталось. Жека, я не знаю, она нас заставила. Я не знаю, что еще делать. Это не я. Давай мы тоже умрем. Я надоел страдать. Не хочу больше жить.
Да. И вот этот весь путь, который мы с тобой прошли, зря. Я не знаю. Я не знаю. Что ты делаешь? Я сгорю вместе с этим деревом. Нет, Джека, нет, успокойся. Да! Сгорю! Я из-за тебя упал. Ладно, да не на... Жека, мы дом взорвали, ты хочешь еще весь город поджечь? Давай прыгай туда. Да! Нет, Джека... Я умру! Нет, Джека, да, давай, падай сюда. Прыгай. Да. Вниз, я тебя тут жду. Куда? Везде огонь! Я сейчас умру! Туши его нафиг! Ты где? Я лечу куда-то! Лечу! Я не знаю, Жек, давай дома встретимся, давай, побежали. Хорошо, я над тобой. Прыгай. Я лечу, а куда мы идем? Да не просто прыгай, куда идем. Все, давай. Жек, это я предлагаю выспаться сейчас, а завтра что-то придумать. Нельзя просто так делать, выполнять все задания вот этой ведьмы. Мы детей там убили. Там елочка горит. Благодаря тебе. Ладно, бежи быстрее, пока бежим, нас не спалили. Пока не спалили, давай, все. Побежали. Да бежать. А где Накиди, где Анжела? Они да, они-то сами найдут дорогу, а да, где? Да, пошли, в ту сторону, пошли. Быстрее! Ой. Бежим! Давай. Я хочу забыть этот страшный день! Давай спать! А чё, мне понравилось. Ага. Капут. Я себе попу подпалил. Капут. Ну, у меня хотя бы подарки есть, которые мы украли. Украли у детей подарки, которые сами же подарили им, Жека. Это так и делается. Подожди, а чё с ведьмой-то делать? Она к нам сама придёт или чё? Надеюсь, не придёт. Ты где вообще? Я собираюсь, вот тут я. Надеюсь, не придет. Все, мы выполнили задание, надеюсь, она забудет про нас. Все, давай спать, забудем этот день. Все, давай. Все. Ой. Ой.